друзья, с праздником вас, с Днем России. Я желаю вам отличного настроения. Развивайтесь каждый в своем деле. Спасибо вам огромное за то, что любите балалайку, самый русский народный инструмент. Сегодня мы разберем гимн России. А не забывайте, что конкурс «Яблочко» начнется 23 июня, поэтому заявки свои присылайте до 22 включительно. А все, кто хочет принять участие в интернет-ансамбле, тоже пишите мне, время еще есть. Так, ну, сегодня мы разберем гимн России в ля мажоре. Вот, целиком вам сыграю. Нотки есть. И начинается гимн. Вы заметили, что любимый мой ля-мажорный аккорд. Так, ну сегодня мы разберем всю мелодию целиком, и вторые струны там не очень сложно. Там и терции, и секты, и октавы. Все очень постарался удобно для вас сделать. Итак, ля-мажорный аккорд в начале. Можете его держать долго, сколько хотите. Значит, там идет перемешку тремоло, бряцани, да? Длинные ноты на тремоло, конечно же, нужно играть. Итак, ми-ля, ля, да, ми-ля, ми-фа-соль, соль. Значит, три диеза при ключе, фа-диез, до-диез и соль-диез. Ми-ля, ми-фа-соль, до-до-фа, ми-ре. Вставку это играет оркестр. Так, давайте разберем вторые до этого места. Значит так. Открытые. До диез. До диез все время. До диез минор. Соль диез ми. Дальше. Ре. Ми. До. Си. До. Ми. Параллельными терциями. В общем, нотки скачаете, тоже посмотрите. Очень несложно все. Дальше. Фа. Си. До, ре, ми, фа, соль диез, ми, открытый и ми. Ми, фа, соль. То есть получается. Ми, си, до диез. Аналогичное место. Значит, до, ре диез, ми. Соль, диез, ми. Ля, си, до. Видите, то же самое. Си, до, ля, ля, ре, диез. Как это место играется? Раз, вверх. Получается, вниз, потом сверху триоль. Та-да-да-дам, та-да-да-дам, пам. Та-да-да-дам, па. И припев. Так. До, си, ля, соль, ля, си,
ми, ми, ля, соль, фа, ми, фа, соль, до, до, ля, фа, соль, ля, фа, соль, ля, фа, ля, ре, самая верхняя нота, ре, до, си, ля, си, до, ля, ля, си, ля, соль, фа, соль, ля, фа, фа, ля, соль, фа, ми, ля. Ну и, конечно же, я решил пойти сразу на конец. Ми, как в третьем куплете, да? Или в каком-то, в пятом. Так, по идее, там по-другому, да, когда идет на повтор. Ну, я решил, чтобы все на одной странице поместилось, и как бы мы разобрали все целиком, как бы, да. Так, значит, вторые струны. До, си, ля. Значит, ми. Потом соль, фа, ми, фа, соль, ми, ми. Фа диез. Ми, ре диез, до, ре. Ми. Соль диез, ми. Часто встречается здесь. Фа, ре, ми, фа, ре, ми, фа, ре, фа. И фа на месте. Опять. Фа, ми. Мой любимый аккорд для мажора. Дальше. Ре. И вот здесь ми диез. Ре диез. Ми диез. Фа диез. Фа. О, до. До. Еще раз. Вот здесь большой палец на месте. И переставляется только на ре диез. Да? И концовка. Ре, ми, ре, до, ми, ми, си. Потом ре, ре и ля мажор. Друзья мои, с праздником вас, учите гимн. Можете, кстати, его же даже и на конкурс сыграть, потому что пьеска, ну, так скажем, относительно сложненькая, да, потому что есть и тремоло, и бряцание все вместе. И плюс это еще надо сыграть выразительно, ярко и хорошо. С праздником вас. На сегодня пока все. До скорых встреч. Пока.